Красота в массе, мы видим совершенно необыкновенных моделей, профессионализм, в общем-то, всегда хочется сюда приезжать и приезжать. Я очень горжусь, что в Эстель есть такая школа, и она процветает, и столько масса народа, и всегда можно каждый образ, это отдельная история, о ней можно говорить часами и размышлять, и думать. То, что я увидел, мне, я первый раз на таком мероприятии, мне очень понравилось. Я был впечатлен образами, которые сделали замечательные ученики школы Эстель Шайн. Особо мне понравился образ, связанный с красной шапочкой, и образ, связанный с королевой конфеток. Меня очень поразил образ этой несчастной любовь, где у девочки упали крылья ангела. Здесь всегда новые образы, уникальные люди, поцелованные Богом в маковку, потому что делать людей красивыми – это самая лучшая профессия, которая существует на Земле.